Спектакль Красноярского театра юного зрителя «Алиса» покажут в Москве. Постановка номинирована на престижную театральную премию «Золотая маска». Ее покажут на сцене Театра наций. Спектакль участвует в конкурсной программе и был отобран экспертами. Визуальная постановка участвует в 4 номинациях. Спектакль большой формы, работа художника по костюмам и работа художника по свету. В Москву отправляются 57 человек. Среди них артисты, постановщики, технические специалисты и руководители театра. Добавлю, в шорт-лист национальной премии ТЮЗ попал во второй раз. В 2014 году отметили спектакль «Снежная королева».